Песня «Строитель русского флота». Надо, мы к ней уже прибираемся. Давайте я прочитаю стихотворение, из-за которого я сам создал книжку «Легенда о Добе». Просили его прочитать. «Жил я достаточно долго. Где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места. Все опознать, Васильевсе, запечатлеть его в слове. Я родился на Васильевском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что он считает своим домом? Гнал ураган меня галсами с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считается домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках. Там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени, живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругою, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом? Кто объяснит мне бестрепетно, что мне считают своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит неуверенно, что мне считает своим домом? Город ли желто-медовый, этот заснеженный мысли? Определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры.